Ой, господи, стих. Как говорится, подзаборный. Да, угу. Написанный 50 лет назад. Я проснулся. Нет вина. Так к тому же в чужой постели. Значит, точно. С бодуна. Значит, точно. Как ты, Белик, классно, да. Ну, прошло 20 лет. Ага, ну да-да. Ага. Пришел стих с поправкой на эту же тему. Я проснулся, есть вино, да. Но один в своей постели. Стало ясно, что давно не бывал я. Как тебе? А вот, а теперь, я так просто говорю, тебе надо третий еще написать. То есть, прошу, еще 10 лет, а уже это требуется третий, а какой-то уже в развитии, понимаешь, да? Я проснулся, нет зубов, да? Или что-нибудь такое. Да, это можно там много чего. Ага, ну давай, ага, еще что-нибудь. Значит, вот ты сказал про зубы, это как раз... Пойдет. Вспомнил стих. Ага. Живя по принципу «хочу вдали от суетного града, такая на душе отрада, пить каберне, грызть алычу тени Волошинского сада, когда спешить уже не надо». Зубопротезному врачу. Да, 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 да. Отлично. Шикарно. Шикарно, да. Хорошо, Жорочка, спасибо большое.